Мы в Парагвае. Вот такой здесь ездит паровозик. Вот турникет. Там покупается билет, таможенный контроль. И вот наш поезд. На поезде удобней. Пробок нет. Мы выбрали денек, чтобы меньше людей было. Хотим купить кое-что по мелочи. Телефон маме купить. Мама. Мы внутри. Мама, Яна. Ой, какие вы добрые. А сейчас отверну только телефон, покажут свое лицо. Так, вот окошко. И я не поздоровался. Всем привет, мы в Парагвай. Водичка не очень чистая, много дождей было. Это Аргентина. Это Парагвай. Вот и вся дорога. 5 минут, и мы в Парагвае. Вышли из поезда сразу перемена, очевидно, за руки хватают, всякие услуги, такси, пирожки, отстой, короче. Сейчас отдалимся немножко, там будет получше. Штаны мама нашла. Вот 350 песо. Не, я лицо не показываю. Мама возмущается. А я цены хочу показать. Мне вообще они не